Пятая региональная олимпиада по программированию проходит сегодня в Стерлитамакском филиале БГУ. На физико-математическом факультете собрались участники со всей республики. Для решения каждому предложено по 5 задач. К примеру, некоторая группа людей зарабатывает на том, что продает собственные волосы на парики. Вопрос, как долго предприимчивой компании придется их отращивать, чтобы собрать необходимую сумму? В итоге участник должен предложить совершенно новую программу, с помощью которой задача решается максимально быстро и легко. Для написания программы организаторы предложили несколько языков программирования. Я решаю задачу, целью которой является найти периметр и площадь фигуры, которая постоянно зацикливает свою сторону. Оценивать работу участников будет жюри, в составе которого специалисты в области программирования, доценты и действующие педагоги. Личное первенство проходит по нескольким номинациям. По каждому из направлений определится своя призовая тройка. Все пользуются разными гаджетами, все любят интернет, все отыскивают информацию любыми способами на электронных носителях. Но мало пользоваться носителями. Надо еще и создавать некоторые программы, некоторые шаблоны, которые уже в будущем будут пользоваться другие пользователи.